Наш создатель боролся с другим ученым за эту девушку. Как же это? Дедлайна. Он создал нас, чтобы ее поразить. Но они оба не знали о том, что она смертельно больна. И она умерла. Да, создатель Питер тогда, кажется, перенес поломку в нервной системе. Как это называется у людей? Депрессия? Он был таким грустным. А представьте, что было бы, случись все по-другому. Совсем скоро придет Делайла, а ведь я еще даже не прибрался. Так, в чем проблема? Пригласи ее в дом или в сад. Понимаешь, Делайла не такая, как многие девушки из Кавалькадиума. Она особенная. Я создал вас, потому что любовь к Делайле вдохновила меня. Вы обязаны ей понравиться. Как же так? Если мы исполним всего одну песню при нашем интеллекте... Интеллект — это, говорит, та, который каждому встречно, только и может надоедать своим. А меня зовут Кролик, я как Кролик, мое имя Кролик. Ну, конечно, твое. Здравствуйте, меня зовут Хребет. Намного лучше. Каждый, слышишь, это сразу представляет тебя как обольстителя. Нам надо думать, что делать с девушкой, которая придет к Уолтеру. Вот что нравится девушкам. Питер сказал, что его возлюбленная не такая, как все в Кавалькадиуме. Там же одни мужчины. Если там одни мужчины, тогда получается, что ее возлюбленная Питера не женщина? Нет, почему же? Возможно, для Питера Делайла и является женщиной. Нет, это не может быть она. Питер говорил, что девушки помягче. Все, хватит! У нас не так много времени осталось, чтобы встретить возлюбленную и Питера. Что людям вообще может нравиться? Как подсказывает мне опыт, людям нравятся цветы. Уже хорошо, но где мы их возьмем? Пойдет. У меня с этой розой связываем не самые лучшие воспоминания, но выбирать не приходится. Я чего-то не знаю? Не важно. Нам нужны цветы. Джон, найди их. А еще нам понадобится маленькая милая зверушка. Любая. А как же я? Разве я не достаточно милая? Очень смешно. Давай быстрее. Ну а теперь оформление подарка. А зачем ты взял коробки? Ну, люди всегда дарят друг другу коробки. Видимо, люди любят коробки. А что во второй? Дорогой Питер. Дорогой Питер, это я, твой лучший друг, Тедиас Бэтсон. Знаешь, а давай забудем старые обиды. Думаю, я смогу уступить тебе дома. Но прежде, в знак примирения и любви, держи этот маленький ядерный подарок. Идет настоящий взрыв, фурор. Еще раз любовью, Тедиас. Дедукция подсказывает мне, что здесь враг Питера наконец-то исправился и решил подарить ему что-то хорошее и милое. Ага, например. Кажется, мы справились.
и посмеялся. Господи, ты уже здесь. Привет, меня зовут Раз, 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 два. Кролик! Здравствуйте, меня зовут Хребет. Мое имя Джо, а это вам. Это... Я знаю, я все испортил, не оправдал твоих ожиданий. Извини меня за все. Что? Испортим? Что за глупости, Питер? Это так здорово, фантастически. Это же прорыв, искусственный интеллект. Я счастлива видеть такое, особенно если сделал ты. Правда? Ну, если честно, я сделал специально для тебя. Я хотел произвести впечатление и наконец-то обогнать этого Дэвиса, чтобы ты меня заметил. О, Питер, это чудесно! И это все ради меня? Я представить не могла. Класс, класс, какие они здоровские, спасибо. А я рад, что ты выбрала меня, а не этого бедняка. Ну, пойдем уже в гостиную, там у меня уже все готово, и там не так грязно, как здесь, в мастерской. Но я совсем не против остаться здесь, в этой прекрасной компании. К тому же, вокруг столько интересного. Хотя, у нас еще много времени, так ведь? Да, ты права. Что же, мы ведь все правильно сделали? Да, мы отлично поработали. Все было отлично, только твое... Привет, меня зовут Кролик. Все равно звучало глупо. Ты опять за свое? Мы перепутали коробки! What the fuck? Лично я считаю, что все сложилось к лучшему. Да ну нафиг! Меня лично все устраивает. А ведь самое главное, что мы вместе. Ребята, у вас не найдется запасная кухня? С вашей возникли проблемы. Ее больше нет.